Привет. Привет. Здравствуй. А у меня фамилию твою говорит, понимаешь? Ага. Так, я. Ну, Лиза тебе потом покажет, какой поворот. Вот там была ветеринарная какая-то лица. Ну, короче, она тебе покажет. Тебе 4 там надо быть, потом пойдешь за Эмили, потом 4.30, правильно, Эмили? Да, потом снова в 5.30 забрать Лизу оттуда и завести ей домой. Вот, ну, я тебе еще в банк скажу все. Давай. Ага, пока. Ровно. Сейчас. Отлично. Что вы снимаете уже сразу? А, ну это же даже договориться сценарий. Нет, это да. Мне уже все снято. Я просто подсел, говорю. Нормально, да, и что, да? Да.